старая, провинциальная Елабуга сделала социальную заявку стать городом 21 века. И жить в этом городе будущего не кому-нибудь, а тем, кто его сегодня начинает строить. На ударной стройке уже появились первые ударные бригады. И первых ударников провожают в туристическую поездку в Болгарию. Я думаю, справится. Надеюсь. А ученица ваша? Ученица у меня, она хорошо работает. Наша бригада дружная. Мы недаром расспрашивали опытную звеневую Тамару Борисову, как без нее будут работать девчата. Большинство отделочниц – новички на стройке. Всего полгода назад бригадир Дина Александровна Легкая собрала комсомольско-молодежную бригаду, опираясь на таких помощниц, как Тамара. А сегодня вот уже в кино готовится сниматься. Как попадают на большую стройку? Нина Копылова, мастер-отделочник со стажем, просто перешла из другой елабужской строительной организации. Что ж, сменяла шило на мыло. Могла и не приходить. Ну, можно было, в принципе, конечно. Ну, что там, никакой перспективы нет уже. Все-таки большая стройка здесь. А там что? Народу не остается. Все уходят. Все уходят. Нина когда-то выучилась на хлебопека, но ушла из пекарни. Валя Талипина и Ира Пакшинцева, подружки еще по Нижнекамску, бросили свою профессию аппаратчиц, подались в Сибирь, а теперь сюда. А потому что в Сибири нам не понравилось. Ну, а Рушанья Хайриева? Училище полиграфическое. А после училища? После училища 2 года работала в типографии. Сюда пришла. Кем была Валя Скучаева? Кассиром-контролером. Где? В городе РСМС. Горьковская область. Откуда Ванда Титус? Я из Чимкента. Чем же их приманила Елабуга? Ну так, на стройке захотела себя попробовать. Смогу ли я здесь работать? Стройка, романтика. Все же не старые мы. Значит, романтика? Квартира нужна обязательно. Больше всего. Заработок тоже, как же без него? Раз квартира, значит, квартира, обстановку надо. И заработок, и квартира первым долгом. А потом и уйти можно? С бригады нет. Думаю, что нет. Не знаю. Почему? Ну, как понравится. Может, не уйду. Как получится, может, останусь. Хочу остаться на совсем. Если только на повышение, а так нет. В ответе медика Вали Приваловой вся сложность и противоречивость вопроса. Больница оклад 90 рублей, 70 с 87 года прибавит? Ну как, сколько прибавит, не знаю. А в общем-то, ну больше, наверное, 50 рублей нам не прибавит. 90 плюс 50, это где-то 140 рублей, это тоже не деньги. Сейчас же. Да, думаю, что осталось. Работа, конечно, нравится медсестры. Вот когда делаю укол, вот, ну, допустим, кто-то, соседи пригласят на укол, делаю укол. Вот у меня такое блаженство по всему телу проходит, насколько я люблю работу. Но сюда я тоже иду с желанием на работу. У меня нет такого, что я только из-за квартиры иду или только из-за зарплаты. Тоже желание надо. Коллектив хороший, девочки очень хорошие, дружные, веселые. Дружба вот как-то дружная в коллективе. Ну, в бригаде у нас очень дружная. Объявляются гонки! Экс-чемпионы на 3 километра! И экс-чемпионы на километр! Как работаем, так и отдыхаем. В сентябре прошлого года называют они себя бригадой, коллективом. Полторы ежедневной выработки стало для них делом обычным.
Может быть, они и в самом деле нашли себе. Становятся строителями. Пока многие из них после смены едут в Брежнев, в общежитие нового города, который строил их строгий бригадир с удивительной фамилией Легкая. Дина Александровна и ее легкие на подъем подруги построят город 21 века. Город тракторостроителей и полиграфистов, продавцов и хлебопеков, без которых все-таки нельзя.